найголовніше у змаганні за красу видового акваріуму – каміння чи дерево? Питання доволі риторичне, оскільки прихильників і того, і іншого стилю більш ніж достатньо. Тож не дивина, що конкурсів із прихильниками Івагумі та Ріобоку стає все більше. Стиль с камнями – это Ивагуми, стиль Риобоку – это оформление с корягами. В финале соревнуются участники, которые предоставляют каждый стиль. То есть это Ивагуми и Риобоку. Соответственно, две команды. Соответственно, каждый участник еще, кроме этого, стремится занять первое место в своей команде. Мы наблюдаем прекрасные работы. Это работы финалистов, которые более 5 месяцев доказывали на примере своих домашних аквариумов, что они достойны попасть в финал. Эти работы есть уже оформленные в финале, и, соответственно, судьи международной категории провели оценку этих работ. Хочу заметить, что на данный момент это является самым интересным и самым зрелищным конкурсом в Европе.